Так, дорогие друзья, вы видите, что скука в глазах у зверюги. Надоели ему эти натюрморты с черникой. Ну, я думаю, вам тоже. Поэтому я решил сейчас поставить камеру вот так вертикально. И надел кучу здесь разных натюрмортиков мини. Светил. Свет пошел из окна, хоть и пасмурно, но светло. И я единственное, что делал, я светил вот сюда. Или быстренько сюда убирал и ставил на выдержке. Сейчас мы посмотрим, что я там наснимал. Ну, сначала я решил сверху на деревянном фоне сфотографировать в белой чашке, как бы кружок оттеняет. Потом мне показалось, что слишком темновато. Давай насвечивать. Но, ребята, это не было умным решением. Потому что вы обратите внимание, как выглядит теперь. Как будто со вспышкой фотографировали, да? Это не нужно делать. Вот. Вот этот. И вот этот. Сейчас мы их объединим. Скажем, выбрать с рейтингом. Открыть изображение. Так, что я хочу сделать? Я хочу взять вот этот и поместить его наверх. Сейчас, секунду. Более спокойный такой. Но он у меня не посередине, поэтому я как бы вот хотел сделать такое. Просто кусок дерева использовать. Вот так. Угу. Ну, вот так оно уже смотрится немножко по-другому. Так, скол тут убрать еще. Вот тут у меня сколотый немножко кусочек. Мы его сейчас уберем. Вот так. Ну и все, и больше, в общем-то, что нам. Сейчас посмотрим. Может быть, чуть-чуть добавить. На ягодке вот так черную маску, белые вот так вот. Все готово, празднично такой радостный натюрмортик, отлично. Идем к следующему. Следующим у нас это ложка с... Ну, в принципе, это уже... Это просто я промахнулся. Вот это уже готово. Дальше тут, ну, что делать? Перевернуть только что. Да. Ну, я попробовал еще сделать какие-то кружки. Но, видите, это даже не пытайтесь с этим. Но если напрямую светите, вот чем мне не нравилась световая кисть, что как только ты светишь напрямую, ты получаешь вот такую ерунду. Так, вот это мы можем запросто взять сейчас и с ней поработать. Открыть изображение. Так, ну, во-первых, так, вращение изображения по вертикали. Так, ничего мы тут не испортили. По горизонтали еще на всякий случай. Вращение изображения по горизонтали. Вот так. Все. Теперь смотрим, все ли у нас нормально. Нет, не все. Немножечко выравниваем. Вот так.
Далее берем главные пропорции. Так, где-то вот такие заданные пропорции сделаем, ни больше, ни меньше. Окей. Изображение кадрировать. Кадрировали. И теперь можем уже поднимать немного свет. Ну, скажем так, вот так достаточно будет. Далее я, как вам говорил уже, мне нравится, когда тут что-то такое, знаете, зеленоватое такое проявляется. Но только не так. Только не так, пожалуйста. Так. Это мы все сделаем нормально. Ой. Не так. Ctrl-Shift Alt-E. И чуть-чуть позеленее возьму. Вот такое. Новый слой. Вот много. Уберем малость. Так. Ну, посмотрим. Какой у нас тут был зеленое перекрытие. Да? Перекрытие тут уберем. Непрозрачность. Вот так. Ну а далее, как всегда, нужен инструмент с растушковкой 300. Так вот. Выворачиваем Ctrl-Shift-E. Заполняем черным. Ctrl-T. Растягиваем. Деформация. Деформация. И поехали. Прозрачность до 50. Вот так. Так. И еще сейчас сделаем немножко светлее на ягодках, да? Она прям просится. Черную маску, белая. Оп, много. Ну, тоже много. Так будет достаточно, ребята. Угу. Вот так. Отлично. То есть еще один готов. Так, откроем. Теперь у нас еще. Теперь я уже решил все посмешать вместе. Раз все равно кушать. Так, вот у меня разные. На деревянном фоне можно вот так сделать, конечно, один из вариантов. Ну-ка, как изображение.
Тут мы его просто сейчас развернем чуть-чуть, вот так. И скажем, что это натюрморт. Хотя, ну что, ребят, это тоже имеет место жить. Вот так. Вот так. Готово. Тут мы ничего затемнять не будем. Тут у нас вот такое пятно. Все, сохраняем. Так, ну и последнее. Открыть. Что тут у нас последнее? А, нет, это предпоследнее, секундочку. Я еще хочу вот такое. То есть я здесь старался как можно сильнее побольше сделать. Так, светом игрался. Какой из них лучше? Тут мы можем прямо контрастности добавить. Вот такой, да? Светаки, тени. Затемнение, чуть-чуть четкость, вот так, и сначала выровняю, а теперь вот так сделаем. Так, насыщенность, чуть-чуть только, красочность, ну нет, это перебор с такой красочностью, вот так будет нормально. Открываем изображение, так, берем инструмент прямоугольную область, 2 к 3, вот так. Говорим кадрировать. Вот и получаем довольно-таки огромный салат. Хорошо, имеет место жить. Пошел в закрома. Ну и теперь действительно последнее. Я решил для количества еще сделать следующее. Правда, я тут экспериментировал очень много со светом, поэтому мне получится очень много. Но мы сейчас сразу увидим, какую из них взять. Видите, я положил тут малиновые, а здесь клубничные. И потом там двигал немножко, подвигал. Так далее. Ну, сейчас мы просмотрим. Обычно самый хороший получается самый последний. И вот он так получился. Но это вот та ошибка, которую я вам говорил с самого начала. Не надо светить напрямую. Не надо. Это лишнее. Это только портит картинку. Ее не видно, ребят. Ее не видно, пока вы делаете, ну, скажем, вот, вот так. А пока вы работаете и смотрите свои вещи через... В этот раз оказался самый первый, самый удачный. Ха-ха-ха. Вот тебе и раз. Ну, да ладно, мы его возьмем, но... А вот тут у меня, так, сейчас, секундочку, тут у меня вот этот хороший, вот этот листочек хороший, поэтому я его тоже возьму, попробую его заменить, так, с рейтингом открываем. Угу. Вот.
Этот мне нравится, но не нравится вот это вот освещение вот внутри, да, поэтому мы сейчас сделаем так. Мы возьмем этот, сюда наверх его поставим. Угу. И попробуем сейчас заменить. Возьмем черную маску. Делаем вот так. Это поставим сюда. Так. Берем тут. А что у меня? А, все понятно. Вот этот поставим сюда. А здесь вернем на круги своя все. Так, здесь у меня сдвоенные получились, да, почему-то. Ну почему, почему? Потому что вот здесь сдвоено. Угу. Ну, мы с этим справимся. Теперь все нормально. Уберем ненужные артефакты здесь сейчас. Вот эти, допустим, да, вот сюда их отдадим. Или с помощью. Простого штампика. Перебор. Так, ну а теперь посмотрим, что тут можно еще сделать у нас. Кольцо. Угу. Ну, где-то вот так, наверное. Чуть-чуть добавим светлости, окей, вашей светлости добавим и делаем еще свой любимый приемчик. Растянем. Растянем. Не
Непрозрачность, непрозрачность, непрозрачность. И деформация, деформация, деформация. Так, отлично. Теперь коррекция по насыщенности. Вот так немножечко. Переборщили? Ну ничего, уберем. Вот так. Приберем чуть-чуть. Итого, пятый натюрморт можем отправлять. Коллекция оттуда на Adobe Stock. Все, дорогие друзья, мы с вами закончили черничную закончили с вами серию. Ну, всего вам доброго, пока. Вы спросите, какая следующая? Вы знаете, я думаю, мандариново-апельсиново, что оно такое мне хочется. Ну, хотя не точно, пока.